Потасовки, газовая атака, приезд полиции. Все это уже привычные будни украинской политики. Манеру выяснять все силы вслед за депутатами Верховной Рады подхватили в горсовете Краматорска. Поводом для конфликта стало решение властей отменить заседание. С этим оказались не согласны члены националистической партии «Свобода». Один из них начал припираться с чиновником и получил оплеуху. В ответ распылил перцовый газ из баллончика. Сообщается, что одному из участников конфликта вызывали скорую помощь. Судя по всему, сказались последствия газовой атаки. По следам этого инцидента было возбуждено уголовное дело за нарушение общественного порядка.